хорошо быть молодым. Брать свое и не украдкой, гордой гривой шелестеть, гордой славиться повадкой, то и это затевать, порывая с тем и с этим, вечно повод подавать, раздувалом жарких сплетен. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Спасибо, Дюша. Марина, я попрошу тебя включить исторические слайды. Дорогие друзья, ну такая у нас молодежь замечательная, прекрасная смена. Но я хотел бы обратить ваше внимание на вот эти картинки. Нет, это не то. Другая бабка. В этом году, в этом зале, в 64-м году впервые в свой приезд выступал Влад Шалыч Акуджава. Вот его фотография. В этом зале, именно на этой сцене. Следующий, будьте добры. О, как-то вот они маленькие. Вот видите, Борис Алексеевич с аккордеоном, а рядом с ним кто, вы узнали? Витя Александрович Софер. Это два студента. Выступает на этой сцене, именно здесь. Представляете, да? Студенты, вот. Молодежь 60-х получается, да? 63-й год. Первое выступление КВН в 5-м пункте. Вот такая вот у нас история в этом зале. Он и сейчас капитан. Да. Вот они продолжают выступление. Это частушки. Запомним это. Борис Алексеевич, мы вас попросим потом. Следующий кадр, будьте добры. Да. Здесь выступало Грушинское трио. Трио с Валерием Грушиным. Поющие бобры. Вот мы видим Валерия Грушина, Анатолия Головина и Лунева. Слава Лунева. Отсюда, по сути дела, с этого зала стартанула когда-то студенческая весна. Отсюда начался Грушинский фестиваль. Здесь звучали мелодии джаза и продолжают проходить джазовые вечера. Вот они еще поют. Вот такие студенты шестидесятники были. Вот это на этой сцене. Да. Это на этой сцене. А теперь будут на этой сцене выступать студенты 21 века, студенты нашего университета Самарского.